Сегодня будем готовить вот такие вот вкусные, красивые и очень сочные куриные палочки. Приступим? Всем привет! Меня зовут Лена, и вы на канале «Раз-два, готово!». Друзья, сегодня мы с вами приготовим очень вкусные куриные палочки. И я вас уверяю, что когда вы увидите это блюдо, вы не сможете уйти без рецепта. Приступим? Нам понадобится куриное филе. Нарезаем его на такие полосочки, знаете, как палочки на самом деле. Стараться нужно нарезать их примерно одинакового размера. Затем нам необходимы специи. Я буду использовать смесь перцев, соль и немного сушеного чеснока. Теперь нам необходимо перемешать курицу со специями. Далее нам понадобится стакан томатного сока. Оставляем мариноваться минут на 30. Теперь нам понадобятся панировочные сухари. Я их насыпала в пакетик, вы можете сделать это в тарелочке привычным способом. Но мне нравится так, это похож на лайфхак такой, который оставляет после себя чистый стол. Берем кусочки и кладем их в панировочные сухари. Теперь просто берем, закручиваем пакетик и начинаем обваливать наши куриные палочки. Достаем куриные палочки и кладем на противень. Отправляем в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Пока куриные палочки готовятся, приготовим для них вкусный легкий соус. Измельчаем любую зелень, у меня укроп. Продавливаем парочку зубчиков чеснока и добавляем 2-3 столовых ложки сметанки. Вот такие куриные палочки у нас получились. Очень сочные, хрустящие. Друзья, готовьте просто и с удовольствием. Приятного вам аппетита! И не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал.